каждый игрок должен понимать, что на одной победе сезон не заканчивается, и для того, чтобы играть стабильно, нужно готовиться перед каждой игрой, нужно думать и для себя ставить определенные задачи, которые только будут помогать команде. Есть игроки в составе СКА, которые не безразличны омским болельщикам. Будете ли на них обращать особое внимание, потому что наверняка у них будет тоже особое желание против «Авангарда» сыграть? Главное, чтобы у нас было желание сыграть против СКА, сыграть правильно, грамотно, агрессивно, играть на победу. Отталкиваемся от своих игроков и то, что мы будем делать на площадке. Если честно, всегда интересно играть против бывших напарников, но у меня там есть один игрок, Никишин, против которого мы всегда играем жестко, даже когда не надо, играем силовой, так что это всегда интересное такое противостояние. Он хороший защитник, и в принципе у них хорошая команда, так что это будет довольно-таки интересная игра. Вечер покажет, как будет игра складываться, потому что сценарии игры бывают разные. И нужно приспосабливаться к тому, что происходит на площадке. Как думаешь, где найти, вот в чем найти эту стабильность все-таки нам, чтобы начать более стабильно выигрывать, потому что пока чередуются победы с поражением? В деталях, я думаю. Детали, сантиметры, миллиметры – самое важное, что есть в хоккее.